можно вас обнять? Конечно. Сегодня Международный день объятий. В этот день можно позволить себе обнять любого, даже незнакомого человека, без какого-либо сексуального подтекста. Этот необычный праздник пришел к нам из Америки. Зародился он в 1986 году в студенческой среде и так понравился молодежи, что очень быстро стал распространяться по всему миру. Человеческому существу присуще объятие, даже начиная уже с периода внутриутробного развития. То есть это такая витальная функция человека – касаться другого человека. По мнению психологов, заключая друг друга в искренние объятия, люди обмениваются душевным теплом. Многие психотерапевтические тренинги начинаются именно с того, что участники группы обнимают друг друга в знак доверия и поддержки. И когда он чувствует себя в безопасности, когда он чувствует себя в любви, когда он чувствует доверие к пространству, он входит вот в это пространство другого человека, сердечное пространство другого человека. Дело в том, что объятия дают человеку ощущение защищенности, комфорта и безусловной любви, а это необходимо каждому из нас. То есть если человек обнимает меня искренне, он дает мне свою сердечную любовь, свою безусловную любовь, значит, я нахожусь в состоянии безопасности. А состояние безопасности, ну давайте будем говорить откровенно, наверное, это наиболее естественное и наиболее приятное состояние, особенно у жителей мегаполиса. То есть мы обычно выходим на улицу и не знаем, что нас там ждет. Психологи считают, что объятие дает человеку ощущение защищенности еще с момента зачатия, ведь эмбрион в период своего развития находится в материнской утробе, словно в объятиях, которые защищают и оберегают его от агрессивной внешней среды. Когда ребенок рождается, что первое, что происходит? Мать берет его на руки, если это, конечно, хорошие роды, если это не осложненные роды, либо матери кладут на живот ребенка, либо на грудь кладут ребенка. И получается, что человек соприкасается сердцем к сердцу. Он слышит биение сердца другого человека, дыхание другого человека, тепло, и у него появляется вот это ощущение безопасного пространства, ощущение доверия, ощущение безусловной любви. И это настолько целительно для человека, что иногда вот таким объятием искренним можно просто человека исцелить. Почему? Потому что это самые первые минуты жизни, связанные с непосредственным контактом с матерью, а через мать непосредственным контактом со Вселенной, с тем, что мы называем анимамунди, матерью мира, душой мира. Сотрудники телекомпании Infox приняли активное участие в праздновании Международного дня объятий, дружелюбно подарив друг другу частичку своего душевного тепла. Людмила Малхозова, Игорь Мостовой, Никита Токарев. Infox.